Привет, друзья! Наступил Новый год, и, собственно, пришло время нового видео. Я всех еще раз хочу поздравить с наступившим Новым годом, пожелать вам здоровья, в первую очередь, в борьбе с этим ковидом. Вот. И, собственно, как вы уже поняли из вступления, да, видео будет сегодня посвящено маршруту по Сардинии и Корсике. Вот. Мне кажется, отличное совершенно место для отдыха на яхте. Я там был многократно. И это отличное место и для гонок, и это место для отдыха, и непонятно вообще, и еще и Бонифач в придачу, где вообще ходить на яхте не хочется, а хочется гулять, смотреть по сторонам, и стоять над этим проливом Бонифача, и дышать этим великим, не знаю, проливом и великим воздухом, который дует над морем. Слушайте, я вам хочу к вам обратиться с просьбой. Значит, я тут борюсь с этим YouTube. YouTube, конечно, как бы меня не дает как бы сильно развиваться. Но я вот смотрю на конкурентные каналы, вижу, что там как бы значит, показов там огромное количество, и людей подписано огромное количество. И я, в общем, не очень понимаю, что происходит. Там как бы особо какого-то такого полезного материала я не нахожу. Там скорее такие там travel-блоги или там такое шоу за стеклом, да, как живем на яхте, чего мы сегодня будем кушать. А я, в общем, стараюсь как бы, так сказать, рассказывать, давать какие-то дельные вещи, делиться опытом личным. Вот, и, собственно, не могли бы вы, ну, я не знаю, как-то помочь мне поднять этот канал, потому что, ну, реально хочется, как бы, разносить эту бациллу информации намного большему количеству людей. Поделитесь, пожалуйста, этим видео, если вам это нравится, конечно. Если не нравится, не делитесь. Вот, значит, ну, и досмотрите его до конца, потому что в конце я решил теперь, что я в конце каждого ролика буду говорить кодовое слово, по которому вы будете получать разные всякие вкусняшки. Ну, в данном случае скидки на аренду яхт 5% на аренду яхт. Приходите, говорите кодовое слово, и 5% они ваши. Дополнительно к тем ценам, которые мы даем. Яхт Чартер.ру, аренда яхт. Ну, а теперь давайте перейдем к Сардинии и Корсике. Как известно, как бы, да, Сардиния долгое время была местом проживания рыбаков. Это был самый бедный итальянский остров. И вдруг в один час этот остров превратился в остров миллионеров. Это произошло в 1967 году, когда человек, которого звали Агахан, приехав на Сардинию, основал в рыболовецкой деревне маленькое поселение, которое называется Порто Черво. Он построил там свою виллу, потом стал приглашать туда своих друзей. И все они туда поехали, накупили себе тоже виллу. И теперь вот этот маленький кусочек от города Олбия до города Санта-Тереза-де-Галура называется Коста-Смеральда. И это место, где живут, скажем так, хозяева мира. Да? В Порто-Ротондо Берлускони вилла с известными там его похождениями. Там же, говорят, Владимир Владимирович имеет домик в этом Порто-Ротондо. Вот, итальянские футболисты, сплошные машины Феррари. Вот, полное отсутствие продуктовых магазинов. И вообще, на самом деле, достаточно смешная, интересная и уникальная площадка, да, уникальное место, в котором интересно побывать, потому что вы сталкиваетесь с совершенно другим качеством жизни, совершенно другим качеством всего. В Порто-Черво чашка кофе, помнится, стоила 60 евро. Ну, для того, чтобы, так сказать, не все могли себе позволить его выпить. Вот. Поэтому, как говорит Лоция, если у вас появилась мысль попасть в Порто-Черво, то единственное, зачем вам стоит туда зайти, для того, чтобы сказать своим детям, что вы здесь были.
Я там был трижды в Порто-Черво. Дважды я был в яхт-клубе Порто-Черво, где стоит кубок Луи Виттона. Место, конечно, прикольное, но, в общем, ничем другим особо не отличающееся от других, поэтому реальности, в общем, не особо стоит. Главное, конечно, звезда этого путешествия из Портиска в Портиска, да, это город Бонифачо на Корсике, о котором я расскажу достаточно подробно чуть-чуть позже. Ну и досмотрите это видео до конца, потому что в конце будет кодовое слово, по которому будет вам скидка. Итак, поехали. Находим с вами Сардинию, Корсику. Вот они, два острова, разделенные проливом Бонифачо. Ну, собственно, аэропорт на Сардинии, их два, в Улби и в Кавере. От Кавере ехать сюда, вот на Коста-Смеральду, примерно 2,5 часа на автобусе, поэтому я вам этого сильно не рекомендую. Тем более, что в Улби летает S7, в Улби улетают EasyJet, в Улби улетают куча всяких итальянских самолетов из Фумичино. Вот, и, собственно, вы через час из Рима прилетаете в этот аэропортик. Вот. Значит, приехали сюда, вы присели в аэропорт, вышли, да, здесь. Вот, по дороге в Марину, от Марины до, в смысле, от аэропорта до Марины ходит такси, примерно 40 евро стоит за 4 человек. По дороге в Марину можно заехать в магазин. Здесь есть Ашан. Вот. Такой прямо итальянский Ашанище, я бы сказал. И там есть все, что необходимо для того, чтобы провести неделю на яхте и ни о чем больше не думать. И вот здесь вот на выезде, вот по этой дороге, значит, вот здесь вот тоже есть магазин. Большой достаточно. Вот здесь вот, в торговых центрах, да? Вот, где тоже можно прикупить всего чего угодно. Вот. И дальше вы проезжаете эту всю Улби и въезжаете в Коста-Смеральду. Вот она здесь начинается. Вот Порто-Ротонда, известное место, где живет Сильвио Берлускони и другие разные персонажи. Говорят, что и Владимир Владимирович Путин тоже здесь где-то проживает. Ну, я еще ходил в гости к Берлускони. Вот. А напротив Порто-Ротонда находится Марина ди Портиско, вот она, где, собственно, и начинаются все яхтенные маршруты Сардинии. Вот, обратите внимание, что здесь две марины. Марина ди Портиско большая, вот, и марина поменьше. Я, честно говоря, не очень помню, как она называется, но это частная марина. А, Марина Калла ди Сарди, да, точно, вот, я вспомнил. Значит, основные чартерные компании локализованы вот здесь. Здесь у вас есть два ресторана. Вот он. Вот один и вот второй. Вот тут маленький магазинчик. А все чартерные компании, офисы находятся вот тут. Вот они здесь. Вот здесь вот такие домики. Да. И вот здесь вот стоят лодки арендованные. И там их несколько чартерных компаний. Бумеранг, по-моему. Сейл на Сардиния. Еще что-то такое. А вот это вот Калла ди Сарди, это частная марина компании, которая называется North Sardinia Sail. Мы с ней работаем достаточно давно. Там владелец ее такой доктор Симона Морелли. Мы с ним первый раз познакомились в 2008 году. Хороший дядька. Вот, если будут какие-то проблемы, обращайтесь. Всегда можно ему позвонить на мобильник и сказать, что ж ты, Симона, брат, учудил. Значит, вот эти вот ребятки из North Sardinia Sail, они возят, у них здесь нет ничего, кроме того, что у них здесь есть офис, вот он, да, и вот здесь маленький ресторанчик. Вот, значит, и они возят на машинах в продуктовый магазин. Поэтому вы точно так же можете затариться и там. Вот. Имейте в виду, что путь ваш будет пролегать по национальному парку Ла-Мадалена. Вот он, собственно, да. И вам придется заплатить за это, по-моему, 40 евро, значит, за entrance fee. Thank you.
Вот, собственно, и мы с вами вышли, да, из Марины. Проходим мимо вот этих островочков. Вот, островочки такие красивенькие. Есть где покупаться. Везде вот эта лазурная вода. Вот. Значит. И, собственно, вот первое место для стоянки. Вот здесь вот. Пляжики, видите, да, такие прям красивые. Везде-везде приезжайте на тузики. Вот. Ну и, собственно, вы просто перемещаетесь, как бы, значит, в сторону Ла-Мадалены, проходя мимо Порта Черво. Порта Черво я вам не рекомендую заходить, потому что Порта Черво — это такое место странное. Вот здесь находятся буйки, вот они натыканы, да, которые, помнится, стоят в июле месяце порядка 300 евро за стоянку в ночь. Значит, Порта Черво, собственно, как и все марины на Сардинии, у них есть два прайс-листа. Один из них июль-август, да, а второй все остальное время. Цены разнятся в разы. В июле-августе всю шелупень выгоняют, значит, ценником наружу, и поэтому там как бы отдыхать совершенно невозможно. Потому что приезжают всякие Алишер Усмановы на больших лодках вот сюда вот, да. Вот. А с сентября начинается как бы хорошая погода. Все Усмановы уезжают к себе в усманские места. И уже как бы можно спокойно отдыхать. Поэтому вот июнь, сентябрь. В октябре уже не очень хорошо, потому что можно налететь на Мистраль. Про Мистраль я еще отдельно расскажу. Вот. Ну и, собственно, вы проходите, значит, Порта Черво. И вот в этом месте вот, на Капрере, совершенно красивейшие места стоянки. Просто уникальные. Прям стоите розовые камни, пляжики, видите, здесь. Вот встаете на якорь и купаетесь. Место вообще прям огонь. Что вот здесь вот, что вот здесь вот. Там какая-то трава, значит, здесь везде песок. Единственное, что, ну, там какая-то трава растет на этом песке, поэтому, видите, местами здесь не везде лазурь. Но просто вот можно заехать прямо в эту лазурь, встать и прям кайфовать. Вот. Главное, как бы к вечеру, обойдя все вот это вот, и пройдя мимо военной базы морской, значит, вот она вот здесь, да, вот, вы приходите в старый город Ла-Мадалена, вот в эту марину. Здесь вместо мурингов используются буи. Значит, видите, вот они, швартовочные буи. И маринеры вас встречают, вы им кидаете веревку, просовываете сквозь рым и фиксируете на носовой утке и оттягиваете на кормой к берегу. Да? Это городишко 19 века. Очень прикольный. Значит, вот такие вот домишки. Значит, вот эта вот стела — это памятник Джузеппе Гарибальди, который родился на острове Капрера. Вот здесь вот, вот, да, и тут есть его домик. Значит, и дальше вы совершенно спокойно гуляете вечером. Здесь есть кафедральный собор, какие-то кафешки. Ну, в общем, такая вот Италия 19 века. Вот если по этим улочкам походить, то у вас тут всякие, значит, пиццерии, какие-то маленькие ресторанчики. Все достаточно демократично по ценам. Ну, по итальянским демократиям, конечно, демократично. Вот. И вы совершенно спокойно как бы получаете удовольствие от итальянского вот этого вот все траляля. Thank you.
На следующее утро, выходя отсюда, имейте в виду, что здесь ходят паромы. В Палау, вот сюда вот, да, здесь паромное сообщение. Каждые 15 минут здесь ходит паром. Туда-сюда. Поэтому имейте в виду, что тут как бы по этот паром попадать не стоит. Он как бы никуда не сворачивает. Значит, здесь на самом деле достаточно простая навигация. Всякие каменюки, значит, они отмечены у вас палками, да, вот, либо буями. Главное не попасть под паром. Да, имейте в виду, что вот здесь вот совершенно спокойно можно пройти. Хотя выглядит так стремновато немножко. Вот, когда заходите, особенно ночью, но совершенно спокойно можете пройти. Вот. И движемся мы мимо острова Спарги. Вот он Спарги. А вот этот маленький называется Спаргиотто, насколько я помню. Малыш такой, да, вот такие каменюки там торчат. Вот, здесь можно вот у этого Спарги, здесь можно встать на якорь и покупаться. Единственное, что имейте в виду, что стоянка здесь в Спарге, даже на якоре, она платная. И когда вы туда встаете на якорь, к вам приезжают такие лихие парни на тузике, у них там кассовый аппарат, и вы сороковочку им отчехляете за то, чтобы постоять пару часиков на якоре, да? Поэтому, если вы не хотите им платить, не вставайте на якорь, просто встаньте, как бы, так сказать, в дрейфе и покупайтесь. Место реально очень красивое. Можно, перед тем, как ехать в Санта-Терезу, да, вот сюда вот, мы наш сегодня поедем, вечером вот сюда, вот, заехать на Буделли. Вот три острова, видите? Вот здесь проход только с этой стороны, с запада. Вот отсюда проходить нельзя. И здесь у вас розовый песок, все на тузиках, и очень-очень красиво. Ну, реально очень красиво. Мы здесь стояли как-то ночь на якоре. Вот, вот такие вот заводи. Тихо, спокойно. Ну, если нет Мистраля с запада, поэтому вот имейте это в виду. Значит, вообще, на самом деле, Сардиния Корсика, как бы, да, такое место, где необходимо все время мониторить прогноз погоды. Ну, как бы, и везде надо смотреть, но здесь особенно. Потому что здесь включается Мистраль, это северный ветер такой, да, северо-северо-западный. Вот он отсюда вот дует, вот так вот вдоль севера. И вот здесь в проливе Бонифачи он усиливается. И он буквально там за 20-30 минут превращается в совершенно кошмар. 40-40 узлов, 45 узлов, да. Сначала у вас просто волна, еще не успевшая разогнаться, превращается в дождь, который летит горизонтально. А потом такая мелкая, злобная, метровая, значит, по длине волна, которая достигает пол. И вы там лупитесь мордой яхты в эту волну. И скорее, сразу под берег вот сюда. Вот. И вдоль берега пробираетесь в Санта-Терезу-де-Галуру. Санта-Тереза-де-Галуру – это конец Коста-Смеральда. И это как бы нормальная совершенно марина. Собственно, значит, по сравнению с ценником, да, там, вот здесь у нас с вами стоянка в Порто-Черво стоит, условно, там, для 50-й Баварии порядка, там, 400 евро, а в Порто Санта-Тереза-де-Галуру стоит 60. Вот, значит, и здесь у вас, вот в этом месте находится паром, который ходит на Корсику каждый час. И поэтому имейте это в виду. Во-первых, здесь ни в коем случае нельзя купаться на этом вот фарватере, да, потому что паромы эти ходят. А во-вторых, имейте в виду, что этот паром, он как бы летает туда-сюда в любую практически погоду. Он такой с китом, паром с китом. Вот. И на нем кит нарисован. И вы, собственно, можете под него тоже попасть. Марина сама по себе очень клево закрыта. Вот это все гора, да. Поэтому она как бы находится в таком фьорде, эта марина. Вот.
И вы совершенно спокойно сюда залетаете. У них вот здесь вот офис, где вы оплачиваете стоянку. Здесь платный душ 2 евро. Да. Вот. Ну и, собственно, вам повезет, если вас поставят куда-нибудь вот сюда. Обычно они ставят вот сюда вот, и вам приходится вот так вот пешком минут 15 найти до вот этого, значит, до неких там фасилитис, да. К сожалению, здесь все не очень хорошо с едой. Ресторанов тут, так сказать, не очень много. И они какие-то такие, ну, совсем как бы плюшевые, дешевые. Там лишь мороженое можно поесть. Вот. Значит, сам город Санта-Тереза находится на горе. И попасть в эту гору проще простого, пройдя сквозь туннель, который находится вот в районе этого кораблика. Здесь прорыта дырка, видите, вот дорога, которая уходит вот туда вниз. И вот здесь вот можно сквозь этот туннель пройти, подняться в гору и, собственно, попасть в город Санта-Терезу, в котором, в общем, делать по большому счету особо нечего. За исключением, как посмотреть вот на эту башню сторожевую, вот она, да, которая, собственно, охраняет вход на Сардинию с севера, да. Поэтому, как правило, значит, мы здесь берем либо машину, либо мы берем такси и едем примерно вот сюда вот, в Рена Майора, в агротуризм. Это такая фермы такие, да, где вы за 45 евро получаете полный ужин с вином, с свиньями на вертелах. И, собственно, в таком итальянском стиле все это происходит. Сначала пасты, потом антипасты, потом, значит, первое, потом второе, а потом еще и компот. Вот. Ну и, собственно, потом едем обратно. И, в общем, по большому счету, это такая техническая остановка перед заходом в Бонифачо. Если, значит, мы с вами в воскресенье стояли в Ла-Мадалене, понедельник у нас Санта-Тереза. Почему так? Потому что на следующий день нам необходимо валить в Бонифачо. Это будет вторник. Бонифачо – это совершенно уникальное место. Это, видите, такой природный фьорд, да? И вот эти скалы, они где-то метров на 150 высотой, из белого, значит, камня такого слоистого, да, на которых сверху стоит город 12 века. И давайте для того, чтобы, так сказать, вот не ходить, не лезть за словом в карман, просто посмотрим, что такое Бонифачо, и вы сами поймете, о чем я говорю.
Ну, по-моему, комментировать что-то либо излишнее вообще, да? Хотя надо сказать, что здесь Наполеон собирал свою как бы армаду, да, свою армию. Вот здесь находится вот в этом месте очень красивое кладбище старинное. Сам город висит, как вы видели, да, над скалой. Здесь стоят старинные парусники летом. Вот. И у Бонифачи есть большая проблема. Вас в Бонифачи никто не ждет. Потому что в Бонифачи и так мест нет всегда. И, собственно, ваша задача, рванув с утра из Санта-Терезы, перейдя вот этот пролив Бонифачи, 11 миль, рано утром, ну там часов в 11, оказаться в входе в Бонифачи, вот, значит, зайти сюда. Причем имейте в виду, что здесь как бы все соблюдают правила дорожного движения. Ну, здесь очень узко, прямо очень узко. Вот. И вы можете идти со скоростью 3 узла, а вслед за вами будет идти вот такие скалистые скалы. Вслед за вами будет идти этот паром с китом, да, с такой же скоростью 3 узла. И он вам даже не будет дудеть, типа, давай езжай быстрее. И как только вы зайдете вот сюда, вот вас встретят такие странные маринеры на железных тузиках, которые абсолютно нещадно бьют тузиками в борт, оставляя царапины на бортах яхты. И дай вам Бог, чтобы они вас поставили куда-то. Потому что если они вас не поставят, то единственный способ попасть в Бонифачи — это висеть здесь на моторе и дожидаться, что какая-то яхта выйдет, или залетать прямо вслед, вставать на ее место и кричать, что я ничего не понимаю по-французски. Потому что они там все-таки, хоть и они говорят, что они не французы, а корсиканцы, но говорят-то они по-французски. Вот. И, собственно, сразу валить после этого. И второй вариант — это позвонить заранее в Бонифачи. И кому надо будет, я могу в этом, значит, все это сорганизовать. Вот. Здесь находится ресторан, который называется, отель, который называется «Ля Каравелла». Вот. И при нем есть ресторан, у которого есть свой причал. Вот. Вот он, собственно, причал этот. И вот эти вот «Ля Каравелщики», они для тех людей, которые звонят, они резервируют места в капитанерии, вот она находится здесь, Бонифачи. Они на самом деле на себя называют Бонифасия. Порт Бонифасия, порт Бонифасия, вот так они говорят. Вот. И вы можете им позвонить, сказать, вот так и так, мы хотим, значит, это самое, постоять у вас ночь. Вот, значит, они для вас зарезервируют место. Вы встаете здесь на причал, идете оплачиваете, а после этого вы идете кушать тот самый знаменитый буйабес, который здесь в этой «Ля Каравелле» делается. И тогда все будут довольны, сыты и довольны. Эти вам продадут вам свой буйабес. Он там стоит порядка 80 евро за порцию. Вот, и надо заказывать, по-моему, на троих. Это большая такая, огромная кастрюля рыбного супа с кусками рыбы и всяких морепродуктов. Вот. Но я вам хочу сказать, что этот экспириенс стоит того. Из того, что здесь посмотреть? Ну, во-первых, вот здесь вот есть магазин корсиканских ножей. Во-вторых, сам по себе город вот этот вот, да, 12 века, по нему стоит погулять. Именно поэтому следующий день в Бонифачи лучше просто постоять, никуда не ходить. И потратить день на то, чтобы посмотреть город. Пройти по Бонифачи, пройти вот сюда вот в казармы иностранного легиона, пройти сюда дальше до кладбища, пройти вот здесь вот, значит, прокопанными такими дорожками вдоль вот этого слоистого, так сказать, берега, да, вот здесь вот можно пройти вдоль, да, спуститься вниз, возможно, сходить на яхте вот сюда вот, вот в эти места покупаться. Единственное, что стоит помнить о том, что нужно напомнить о том, что вы вернетесь в ресторане «Ля Каравелла», да, и после этого, так сказать, вечер провести. Значит, это очень романтическое место. Очень романтичное место. Я вам... Знаете, как вот есть такие мишленовские рестораны, вот там есть рестораны, там двух звезд, трех. Вот это три звезды, которые надо посетить обязательно в своей жизни один раз. Бонифачи надо посетить обязательно. Это совершенно мега место.
Ну и, собственно, набонифачись, да, у нас есть с вами несколько вариантов развития маршрута. Во-первых, мы можем с вами приехать вот сюда, на остров Кавалла. Здесь очень сложный заход, прям катастрофически сложный заход. Вот, значит, это такое место, это экологический, эко-остров. Здесь все ездят на электрокарах, здесь маленькая маринка совсем, да. Здесь есть, здесь есть отельчик, ресторанчик, вот. Но место совершенно вообще как, очень красивое. И я вам рекомендую покавалить, да. Называется острова Ловеца. Знаете, есть такие катамараны Ловеца. И вот этот вот остров называется Кавалла. А, значит, есть еще один вариант. Сходить вот, вот сюда вот. Сейчас я вам покажу. Вот сюда вот, в это место. Это называется бухта Ординара. Вот. Значит, единственное, что имейте здесь в виду, здесь в середине миль. Вот, здесь вы встаете на якорь, здесь она, как правило, значит, летом вся забита. Но вот в этом месте находится ресторан, где можно отведать флорентийских стейков. Знаете, это такие стейки размером с огромную совершенно тарелку. Вот, говяжий. И это прям вообще тема тоже. Очень такая вкусная. Вот. Значит, а вы можете пойти дальше. Сюда вот, обратно вернуться на Ла-Мадалену, но уже вот в это место, которое называется Порт-Массимо. Это частная марина. Здесь есть такой маленький резорт, в котором живут, да. И здесь вот находится совершенно чумовой рыбный ресторан, который называется Ля Скольера. Вот, в котором очень любят отдыхать итальянские сборные Италии по футболу. Ресторан с джазом и столиками на камнях прямо у воды. Здесь есть бассейн, где плавают русалки. Вот. И, собственно, джаз, рыбы и русалки. Что еще надо для того, чтобы хорошо встретить вечер? На следующий день мы с вами возвращаемся, уже начинаем двигаться в сторону к нашего, значит, финала, да. Ну и как бы, как мы с вами все-таки обойти Порто-Черво, но побывать рядом. Здесь есть в другом месте, место, которое называется Пульто-Куато. Вот оно. Такая, видите, тоже такой природный фьорд. Вот. И рядом с этим Пульто-Куато есть отличный совершенно ресторан. Чурроскерия, бразильский, да, где подают много-много-много мяса. Вот. И буквально 200 метров от марины. И вот эта самая чурроскерия, она вот здесь находится. Называется Аруана. Вот, стоянка очень дешевая. Всего в октябре месяце 25 евро платили за 46-ю Баварию. Вот, место красивое. Здесь всякие домики, опять же, кафешки, ресторанчики, какие-то магазинчики. Вот. Если уж вам сильно будет не хватать Порто-Черво, то это всего лишь 2 километра от Порто-Черво. Вы можете двинуть вот сюда. Ну, уже на следующий день, да, выйдя из Пульто-Куато, мы с вами возвращаемся обратно в, так сказать, Марину ди Партиско, да. Сдаем там яхту. Вот она. Но только мы должны помнить о том, что мы должны ее заправить. Заправка Марины ди Партиско находится вот здесь, вот она. Я не знаю, сейчас ее тут что-то не нарисовано. Она раньше просто была немножко в другом месте.
Вот она вот здесь была. А сейчас она находится вот тут. Вот. И я не далее, как в прошлом году, здесь заправлялся. Вот. Собственно, дальше вы сдаете яхту, ужинаете в ресторане в Марине, и на следующий день на такси возвращаетесь обратно в Волгию, садитесь на самолет и летите домой. Ну и, собственно, настало время рассказать кодовое слово. Конечно, кодовое слово от этого ролика будет у нас с вами Бонифачо. Бонифачо. Всем спасибо. Еще раз повторюсь, если вам понравился ролик, перепостите его, нажмите лайк, не знаю, подпишитесь на канал, порекомендуйте кому-то, потому что, ну, хочется уже поделиться вот этим всем знанием с другими людьми, которые хотят ходить на яхте. И если есть какие-то вопросы, пишите мне либо вот сюда, в комментарии, либо в личку, либо в Фейсбуке. Давайте дружить. Спасибо за внимание.